Одним из самых ярких спортивных событий Дня города – всероссийское соревнование по акватлону. Первыми опробовали воду в Волге и беговые дорожки на Московской набережной юноши и девушки. Полкилометра в воде, 2,5 по суше. Итоги их забегов уже были известны к официальному открытию. Планку чувашским спортсменам задал Роман Минеев. Победитель? Да. Я вам молодец, поздравляю. Для меня тоже высокая честь поздравить победителя первым. Это не первая победа Романа. Он уже выиграл Кубок России по триатлону и стал третьим на чемпионате России. Теперь юноша покорился акватлон. Самым сложным было начать плавание, потому что все толкались и была большая куча. Потом на протяжении всей дистанции мы растянулись, и уже было не так тяжело. Когда уже начался беговой этап, у меня все пошло хорошо. Но я получила штраф и отстояла все равно 10 секунд. Конкуренция всероссийского уровня. В Чебоксарах приехали спортсмены Татарстана, Башкортостана, Нижегородской области, Пермского края, Краснодарского. Из 12 регионов более 200 атлетов. В составе сборной Чувашии 40 спортсменов. Я вот радуюсь и горжусь вами, уважаемые спортсмены, любители спорта, что с каждым годом участников государственной политики президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина по направлению физической культуры и спорт становится все больше и больше. Вовлекайте своих друзей, отрывайте от телевизоров, от компьютеров на несколько часов, чтобы они двигались и дышали просто свежим воздухом. Чебоксарам надо задуматься о том, чтобы дальше соревнования проводить и на более высоком уровне. И вполне возможно здесь проведение соревнований международного уровня. В отличие от триатлона, где спортсмены плывут, едут на велосипедах и бегут, акватлон включает два вида спорта. Женщины и мужчины преодолевали водную дистанцию в 1 километр. Справиться с волнами не всем удавалось успешно. На выходе из воды Алевтина Стеценко, представляющая Московскую область, была далеко не первой. Но за 5 километров по суше ей удалось опередить конкуренток. Огромные волны какие-то, не знаю, еще течение сильное. 21-й номер. Но я отстала сильно, достаточно на плавании. Пришлось добирать на беге. Трасса хорошая. Вот. Одна, наверное, из лучших даже. Вот, очень хорошая трасса. Подобные старты Чувашия провела уже во второй раз. В 2017 году Чебоксары впервые стали местом проведения всероссийских соревнований по акватлону. Тогда состязания собрали более 150 участников. В этом году количество спортсменов перевалило за 200. Ирина Волкова, Борис Андреев, Республика.